дамы и господа, сегодня в студии «Московской правды» мы поговорим об авторском романсе. У меня в гостях звезда этого жанра Ольга Панюшкина. Оля, добрый день. Добрый день. Я очень рада, что ты пришла, потому что я не так давно знакома с твоим творчеством, но меня поразило разнообразие твоего репертуара. Ты поешь какие-то совершенно такие романсы в стиле Серебряного века, и казачьи песни, и какие-то чуть ли не детские песни, очень радостные. И все они твои авторские. Вот это просто меня потрясает. Я знаю, что ты не так давно стала исполнителем сольным. У тебя была другая карьера. Вот расскажи, как ты пришла к тому, кем ты являешься сейчас? Да получается, что я с детства ощущала себя сольным исполнителем, но жизнь бывает, уводит тебя по тропинкам куда-то далеко от тебя самой. Сомнения, которые свойственны творческому человеку, они меня сопровождают всю жизнь. Но, в общем, спасибо им, потому что это двигатель прогресса. Конечно. Да? То есть я самокопатель еще тот очень серьезный. И получилось, смотри, я окончила музыкальное училище, Гнесинскую академию как дирижер народного хора. Угу. Академический дирижер я по музыкальному училищу. Поэтому, собственно, такая, наверное, палитра разная, что училась и классике, и русский романс на меня повлиял, и народная угу. песня. А так как я писала с детства босановые блюзы, Сама. То есть вот я сколько себя помню, не знаю, с 5 лет, с 4, у меня все время такой был свинг мягкий. С ума сойти. А, при том, что... Где ж ты его взяла в Москве-то? Вот ты представляешь, я очень люблю эту свою историю. Скажу тебе почему. Что дома у меня не звучал джаз. Угу. Я выросла на прекрасной нашей советской эстраде. У меня папа герой социалистического труда, коммунист. Ничто на земле. Да, и как я говорю, я выросла в семье счастливых коммунистов. Поэтому все правительственные концерты, ну, то есть просто телевизор, да, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и так далее. И наши композиторы совершенно роскошные советские. Может быть, ты пела блюз в знак протеста, так сказать? Слушай, я в училище музыкальном познакомилась уже с творчеством Эллы Фицджеральд. Мне не стыдно. Сегодня мне уже это говорить не стыдно. Сегодня ты играешь джаз, а завтра? Да, и вдруг я понимаю, я слышу, мне многие об этом договорили даже. Я, конечно, не замахиваюсь, что я уж так на нее похожа. Но зрители что-то... Всегда уху слушателя ему нужно к чему-то привязать, так удобнее, видимо. Ну, у нее такие пассажи там есть импровизационные. Но имеется в виду, что у меня мягкий голос, что ли, наверное, они это имеют в виду. И я долго мучилась тем, что джазмены меня отправляли к бардам с гитарой. Угу. А барды говорили, что это? А барды говорили, вы тут какие-то так не поют. Вы блю-ноты какие-то поете джазовые, идите к джазменам. Ну, в общем, по кругу-то так ходила. Потому что в результате она ни туда, ни сюда вроде бы. И я тут убегала. А ты поняла, что это твое преимущество и стала солисткой? Не то, что вдруг поняла, что это мое преимущество, а ты знаешь, куда-то все время убегала от себя. То есть, ах, не нужны вам мои блюзы босановы. Там что-то у вас не советский голос, мне говорили. Давно. Прекрасное определение. Да, но это еще были времена Советского Союза. И отчаяние, оно же все равно накрывает нормально творческого человека. Так как образование у меня дирижерско-хоровое, а это многие знают, что выпускники театральных вузов, очень хорошие пиар-менеджеры. Ну и, собственно, дирижер народного хора, я организатор разных праздников. Ты и работала всего такого. Пиар-менеджером какое-то время? Я работала сначала руководителем хора в Доме культуры Подшипникова завода, где Нордост был потом, позже. Ого. Да, у меня был хор «Русь». Потом меня пригласили в рекламное агентство. Оттуда меня утащили на Шаболовку в ВГТРК РТР. Ну, давай перемотаем немножко твою творческую биографию к тому моменту, когда ты почувствовала себя артисткой. Вот ты стоишь на сцене и понимаешь, да. То есть красной нитью я все время куда-то сольно-то впихивала себя, да, в пространство. Но я сейчас ты понимаю... Ты помнишь этот момент, вот как ты стоишь на сцене и понимаешь, что тебе нравится то, что ты делаешь, и публика отвечает тебе взаимностью. Ты знаешь, я помню только... Ну, вот ты все говоришь о сольной, а выпускной экзамен в Гнесинской академии. Я дирижер народного хора. И моя сцена
У нас тоже творческий экзамен. Жюри, комиссия сидит государственная в зале, а мы на сцене показываем песни разных областей. И у меня были донские казаки сцена. И мы завершаем наш диплом. И я помню, как мы выходили из центра. Ой, я говорю, у меня мурашки. И я запевала эту первую песню. Ой, это так страшно. И знаешь, это ощущение, что я помню, что это вот впервые было такое яркое, что больше никогда не повторится. И как это прекрасно сейчас, вот этот момент. И как я хочу его запомнить. И я прямо сейчас сделаю все, что от меня зависит. Когда вот, да, ты собираешь все вот в эту... И вот ты вдыхаешь воздух, что он другого какого-то и цвета, и качества, и запаха. И когда я проснулась на следующее утро, и у нас вторая часть экзамена — это работа с хором, 10 минут каждый выпускник работает, показывает, что это не... Не учителя за него сделали педагоги, а что он тоже принимал участие в подготовке своего диплома. И я помню вот этот момент, я открыла глаза, проснулась, и что, боже, это ни с чем не сравнить, вот это состояние счастья на сцене, что вот это счастье, оно ни от кого больше не зависит, как... Девушки романтические, мы с тобой понимаем, да, любовь, мужчина, ушел-пришел, вот эти страдания. А тут ты сам вот рот открываешь отвечаешь и поешь. Да, это счастье. И вот так я с этого момента, хоть это и в хоре было, но, может быть, потому что я запевала там ты эти песни. Это ощущение страсти сцены, да. Ну, знаешь, я расскажу свое первое впечатление от того, как я услышала тебя, вот запомнила это. Приезжала внучка Вера Холодной, приезжала в Россию, и в честь нее устроили такой вечер, где показывали немое кино, читали воспоминания о ней современников, Вертинского. Да. Да. И в том числе ты пела романс. И меня вдруг, знаешь, как-то вот как пронзило. Мне показалось, что совершенно декаданский голос такой, знаешь, как из той эпохи какой-то, Серебряного века, когда у тебя голос такой высокий, вот такой, достаточно хрустальный, и манера пения с такими какими-то вот подъездами, с какими-то, ну, совершенно, абсолютно немое кино. И я знаю, что музыканты любят, когда он играет. Я попрошу тебя спеть что-нибудь от из тебя это приятно той слышать, эпохи. Да? А я исполню тот романс, который ты тогда как раз и слушала. Чарующий голос. Чарующий голос пьянит и дурманит, и призраком вслед за тобой растворится в эфир. Когда меня нет, нет с тобой меня рядом, мой голос волшебно зовет за собой. Когда меня нет, нет с тобой меня рядом, мой голос волшебно зовет за собой. Да-да-да. Такое это посвящение Анастасии Вяльцевой, поэтому приятно, что, значит, мое ощущение, оно совпало, то, что ты его тоже ощутила Серебряным веком. Это, ну и кусочек Тургенева. Это из моей... Не могу отказать себе в удовольствии. Это из моей пластинки романс авторский, как раз посвящение Серебряному веку. А тургеневский романс я написала к 200-летию Ивана Сергеевича. Я не знала, что он писал. И есть целый цикл. Стихи. Представляешь, оказывается, он был сначала поэтом. Пришла в его жизнь Полина Виардо и сказала: «Вы графоман». Да ладно? Да. Как вот женщина коварная. Вам, говорит, надо писать, дорогой. Отцы и дети. Да, пишите прозу. О будущем Родины думать. И, собственно, тургеневеды... Что будут дети учить в школьной программе? Собственно, тургеневеды говорят, что мы... гордимся. Потеряли большого поэта. Тургенева только благодаря Полине Виардо. Спасибо, Полине. Давай послушаем его романс. Откуда веет тишиной? Откуда мчится зов? Что дышит на меня весной? И за
скажи, какую вспомнил я любимую печаль. И все былое, Боже мой, и все былое, Боже мой, так бедно, так темно, так бедно, так темно. И то, над чем я плакал мной, и то, над чем я плакал мной, осмеяно давно, осмеяно давно. И то, над чем я плакал мной, осмеяно давно. Целиком его можно тоже послушать. Да, 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 да. Мы расскажем, да, где и когда. Тут прям раба любви какая-то. Я вижу тут как вот уходящий вагон. Ой, как мне приятно от тебя, Маша. Вот атмосфера такая, ты ее уловила. Как человек тонкость, чувствующий все это. Кстати, по поводу хотела сказать, как я счастлива, что меня полюбила молодежь. В твоем лице. Спасибо за комплимент. И сразу могу тебе его вернуть. Да. Да. Знаешь, я хочу вот еще о чем поговорить. Ведь ты же пишешь на стихи самых разных поэтов, и вот удивительно, потому что обычно человек, когда он пишет авторские работы, вот еще твое отличие, да, то, что ты поешь в джазовой и блюзовой манере, плюс так, ты еще пишешь на чужие стихи. Маш, смотри, вот мы не договорили, а что это Оля недавно только к сольной карьере вернулась? Я называю это «назад в артистке». То есть убегала и на РТР работала, директором музыкальных программ. И потом, в конце концов, в 96-м году сбежала на Тайвань, учила китайский язык. Моя мама, она, знаешь, в разные периоды моей жизни постоянно... Когда ты так петь научилась? То есть, в принципе, когда ты овладеваешь любым предметом, именно, знаешь, так не по верхушке, а китайский язык, например, у меня каждую пятницу 3 года был письменный экзамен. Я пишу иероглифы, понимаешь, это ужасно. А скажи что-нибудь нам на китайском. На китайском? Во ши пан ци дзя, во фэй чан гао синь, гэн ни дзи мэ на. В Китае наибольшее количество миллионеров долларовых проживает. Пожалуйста, пригласите Ольгу Панюшкину на концерт. Нет, я сказала, что меня зовут Ольга Панюшкина, и что я очень рада встретиться с тобой. Ну, я об этом и сказала, понимаете? Вот уже готовое обращение солистки. Нет, так я могу, ты же, кстати, не знаешь, да? Бегуани хоу дзянжу ха дзяшу, джижао ман цхан дзин сян дзюйгу, бу би фэй син ди би ци яшу, Гэн бу сю яу ену ди чхэнг ну, Джи я во мэн цхэнг дзин юн юн гу, Дуэй ни во лай дзян и дзин зу гау. Рэн дэ и шэнг ю сю дуо хуа и, Джи я ни ди джуэй ю гэ ву, Джи я ни ди джуэй ю гэ ву. Старинная китайская народная песня. Представляешь, девушка сидит, поет на реке Хуанхэ совершенно тот же текст, который в любимом фильме звучит. Представь, какая разница культур. А напоследок я скажу. Вот Пегуани Хоуди. Она говорит ему: не уходи, я тебя так люблю. Или не обещай мне, что мы будем друг друга любить. Нет, послушай, тебе нужен тур по Китаю, потому что высокая блондинка с голубыми глазами тебя там порвут. Это вот то, что да, то, что было на Тайване. По возвращению оттуда, когда. Тебя каждый первый просил жениться и все вот это вот. Нет, они падали в обморок, когда ты на улице спрашиваешь: Тоби Тим Хауиса, Цин Уэн, извините, пожалуйста, можно ли у вас спросить? Ну, и хочешь спросить, как пройти. Они думали, что ты инопланетянка, да? Они бегут от тебя, во-первых, там разные реакции, но одна из. Видеоряд быстрее реагирует глаз у человека, поэтому им всем кажется, что сейчас говорят по-английски, но это было тогда, сейчас, наверное... Они не верят своим ушам, короче говоря. Нет, они боятся, что они не смогут достойно вести диалог или что... И ты кричишь уже: «Не хочешь о джунуэ, но вы вообще по-китайски разговариваете!» Человек возвращается. Ну, то есть это было приятно, знаешь, ходить... Ты так хорошо знаешь китайский, надо же. Я работала там на телевидении ведущей. У меня был тайванец ведущий, я работала на радио, да. Я пойду, пожалуй, ты тут сама проведи тогда оставшиеся. Так вот я о чем, что когда в жизни, услышав очередной раз
или что блюзы как-то не ко времени, у вас песни, вот что-то не советский голос, да? Mm-hmm. И ты все время куда-то убегаешь от себя. Казалось бы, я же выучилась, это было тоже не просто поступить в творческий вуз музыкальный, сначала в училище, да, потом в академию Гнесинскую, и только и пой себе радостно. Так нет, судьба такие кульбиты со мной вытворяла, но опять же это еще и мечущаяся душа. Ну, знаешь, несправедливо, когда друзья говорили: «Оля, ты просто рано родилась». Я вот не люблю вот этих всех штук. Слушай, вот рано, все вот эти рассуждения. Нет, я тебе скажу. А когда сейчас 15-летние дети, 5-летние дети хотят слушать мои... У каждого своя судьба. Думаю, вот это да. Неужели я действительно дождалась, когда вот говорили, что я слишком рано, а теперь вот... Ну, теперь еще пожить бы. Да, главное, не слишком поздно. Да, и потом талант, он, знаешь, он ограняется препятствиями. Вот. Поэтому все было, это, все было да, правильно. Мы... Давай вернемся из Китая на родину. Я вот, например, сибирская казачка по своим корням. У меня 3 поколения со стороны отца и матери. Они все родились и выросли в Сибири. Так. Более того, там город, в котором я родилась, это была казачья станица, в которой перебрались переселенцы еще с Ермаком. И на твоем концерте на одном я услышала какую-то казачью песню, которую ты пела не таким академическим голосом, а более народным. И меня прям, знаешь, пригвоздило. Это было так здорово. Ты можешь спеть что-нибудь народное? Пожалуйста. Представляешь, по поводу огранки, как здорово, что был китайский язык тоже в моей жизни. То есть каждый раз я там 3 года доучилась до всяких уже, когда изучают умные мысли, изречения великих этих философов, да, их. То есть, как бы я уже овладела предметом, я ставлю произношение. Если ты захочешь, обращайся. Нет, спасибо. Мне бы английский доучить, французский. И в тот момент, когда ты до какого-то состояния владения предметом доводишь, у тебя опять открываются что-то там в сознании. Новый портал. Да, открывается портал, в котором тебе кричат сверху: «Что ты тут делаешь, Оля? Ты вообще-то музыкант. Ты же песни пишешь и поешь». И вот это вот каждый раз было, Маша, я опять бежала. И, собственно, вот что и с Тайванем произошло, что я там все бросила, и телевидение, ну, казалось бы. Приехала в Россию, петь, романсы. Да, я радуюсь своему характеру, что так вот, знаешь, не засиживаюсь в болоте, когда можно было бы уже дальше там разрабатывать. Так вот, китайский язык очень повлиял на то, что я могу теперь и так, и эдак. Это, конечно, это здорово. Он же очень интонационно богатый. Это здорово. А по поводу казачьих, мне приятно, что мы с тобой, получается, не землячки, но у нас вот почему мы так да, с тобой да. совпали, всё, да, это, да. Что мама у меня родилась в Сибири, в Алтайских степях, и во мне кубанская казачья кровь. И, собственно, я это обнаружила, когда училась уже в Гнесинке и пела: «А я, ой, судьба наша». Кубанская казачья песня. Или то, что я собирала донской фольклор, на котором защищалась потом. «Ой, вот да не в чисто мы, ой, да поле, ой, огонё, очек и догорел». И в конце концов, куда я делала свой куподастр, в конце концов рождается песня «Этим летом» на стихи Алексея Константиновича Антонова. Преподавал поэт, драматург, писатель. Он преподавал в Литературном институте московском. Вернее, он, наверное, государственный. Нет, не так важно. И глаз сразу, и душа из книги, из его... Выцепили вот эти стихи. «Эх, ехали казаки с Дону на Кубань, ехали казаки чубы по губам, ехали казаки чубы по губам, глаз у атамана зырк да зырк, а на тамане алый да башлык,
а у атамана чекмень в серебре. На груди Георгий под седлом шинель и так далее. Ой, как красиво, не могу. Я сразу увидела атамана с красным. Очень красиво. Я знаю, что ты пишешь свои романсы на стихи самых разных поэтов. Там есть и Андрей Дементьев, и Шукшин, у тебя есть большой цикл, и современные поэты. Ты знаешь, такое счастье, конечно, получилось. Вот с детства я пишу, у меня музыка и стихи, слова песен рождаются одновременно. Я их прям вот, да, начинаю петь, и все. И это внутри, получается, ставит какие-то препоны к тому, чтобы обратиться к чужим стихам. Мне казалось, что я не смогу. Вот это вот ощущение единства музыки и слова, я же должна тогда сделать это так же, чтобы как будто музыка там одновременно рождалась. И это всегда меня так... Я не бралась за чужие стихи. Но потом. Всегда искала свои, да, слова. И вдруг в 2002 году народный артист Михаил Михайлович Казаков, наш любимый, он так совпало, что его пригласили ко мне на концерт, и ему понравилось. И он после концерта подарил мне книгу своего друга Давида Самойлова, прекрасного нашего советского поэта. И, может быть, Михаил Михайлович очень творческий был. И, да, и он очень новое, все ему было интересно, что, Оля, может быть, вы что-то посмотрите, напишете, было бы здорово. И это, конечно, бодрит, да, когда такие великие люди, талантливые, тебя... И я все, я за два дня, что-то два вечера, и у меня 8 песен, любимых мною, любимые зрителям, вот с 2002 года. И потом как-то опять так, с опаской. И все остальное, Тургенев, это спасибо писателю Елене Рониной, которая в год юбилейный 200-летия Тургенева, зная мои песни, может быть, напишешь. Это, значит, всегда так, внутри оно все равно так, а сейчас вот я вот напишу. Да слушай, даже неизвестно никому поэт Чемберлен мечтает, что когда-нибудь ты напишешь романс на его лондонскую лирику. Мари Чемберлен, дорогая, подарок. Премьера песни. С ума сойти. Блюз. Соленый привкус сладких губ. Соленый привкус сладких губ, да головокруженья. Ты можешь довести меня до головосложения. Могу тебя забыть с заката до рассвета. Вот почему от губ твоих все жду и жду ответа. И гордый профиль твой запомнить и спасти. Слова Марии Чемберлен и Ольги Панюшкиной. Я тоже подумала, как-то очень гибельно для меня. Да, ну, слушай, интересно. Интересно, но на глазах... Ну, Шукшина, есть две песни, зарегистрированные музыкой Ольги Панюшкиной. Слова Василия Макаровича Шукшина и Ольги Панюшкиной. Наследники все приняли. Значит, Мария Чемберлен, надеюсь, тоже. Я не протестую. Я, наоборот, удивлена, что вот на глазах рождается песня. Да так здорово, по-моему. Друзья, ну, я должна открыть вам небольшой секрет. 3 декабря у Ольги будет день рождения. И в этот 1 декабря день рождения, концерт 3 декабря. Да. 1 поздравляем, 3 приходим слушать в Москонцерт. И поздравлять тоже. Да. На Пушечной улице, метро Кузнецкий мост. Прекрасный зал, красивый, старинный. В зеркальном зале. С роскошной акустикой, да, где можно услышать все эти песни, а также многие другие. Мы сделали как бы такой... превью всех твоих песен. Мне очень нравится твой стиль. Он такой разный, он такой яркий, такой самобытный. Я тебя попрошу спеть напоследок то, что ты хочешь сама, твое любимое.
на бис, так сказать. Да, но так много говорили о блюзах и босановых, от которых я бегала. Что надо их услышать уже, что наконец. Что надо уже услышать, но хотя и в твоей уже песне тоже в припеве блюз, но тут вот совсем такой капитанский блюз. О, белый, снежно-белый пароход, возьми меня, возьми с собой в полет. Сиреной голубой я буду над тобой, песней над морем направляя парус твой. Ветер в лицо, я талисман, я твой покой. Соленый волк морской, суровый капитан. Но не обо мне все его мечты. Я подумала, что еще один есть зритель, который очень ждет песню от тебя. Это мой 6-летний сын. О, да. Да. Он является твоим поклонником. И специально для него не могла бы ты спеть про вишню, про черешню? Это любимая песня всех детей, мне кажется. Ну и их родителей. Да. Поверить не могу я, как сильно полюбила тебя я с первой встречи. Сердце мое заныло. Тебе скажу, мой милый, повсюду ты со мною, куда ни погляжу, болею одним тобою. Ой, цветет вишня, вишня, черешня, а мы с тобою ближе, чем прежде. А мы с тобою, да и не знали, что может с нами случиться любовь такая. Что может с нами случиться любовь? Ой, цветет вишня. Целиком все слушаем у меня на официальном сайте. Да. Дослушаем на твоем концерте. Спасибо огромное, что была сегодня с нами, со своей гитарой, со своим волшебным голосом и песней. Спасибо, Машенька. Всем удачи и успехов. Пока.